1 сентября этого года в поселке Афипском с нетерпением ждут открытия блока начальной школы на 400 мест. Строительство проходит по типовому проекту. Такое же здание возвели на территории СОШ номер 43 станицы Северской. Нынешний подрядчик должен сдать объект уже к 15 июня. Глава района Андрей Дорошевский во время очередного визита предупредил представителей строительной организации об ответственности в случае нарушения сроков. На данный момент в здании продолжаются работы по внутренней отделке помещений, монтажу дверей и каркаса для потолков по плану и благоустройству территории вокруг строящейся школы.